Здравствуйте, с вами Первоапрельский Максим Мадзе. Сегодня у нас, сегодня уже 1 апреля, мы, наверное, с вами сыграем в игру, которая называется Cat Mario. Ну, это на самом деле не Cat Mario, это Memes Mario, как вы видите. Это, вы, конечно, видели там в заголовке написано Cat Mario. Но эта игра та же самая абсолютно Cat Mario, просто персонажи другие. Здесь персонажи посмешнее немного, чем в Cat Mario. А так это абсолютно то же самое, там звуки те же самые и вообще все. Так, микшер громкости. Так, все настроено. Уйди. Короче говоря, я в эту игру очень-очень давно играл. Разрешение у нее очень маленькое, просто капец какое маленькое. Качество будет офигеть какое хорошее, просто на ней ничего с ним не могу поделать, никаких настроек нет. Уже некоторые... Я некоторые тролли там не помню. Но... Я помню, но не все. Ладно, давайте начинать. Это, короче, типа Марио, которые все знают. Только здесь будет много этих троллинг будет. Короче, такие вот тролл фейсы здесь. Так, ну тут монетки, про монетки ничего, правда, не дадут. Так, ну их можно убивать, в принципе-то. Так, оба. Нифига. А этот почему не умирает? Я вот помню, что вот сюда можно, можно было залезать. А зря я это сделал. О, господи. Так, я понял, сюда больше нельзя залезать. Так, вот здесь я вроде бы помню, что было. Бесконечные грибы. Блин. Нифига себе. Что-то я вот про это я забыл. Так, ну-ка. Игра очень сложная, но в ней бесконечной жизни. Это радует. А здесь у нас что? Здесь обычно ничего верить нельзя. Я что-то не знал, что они упадут. Я вроде помню, что будет, если этот гриб взять, и делать мы это не будем, наверное. Блин, я опять забыл про нее. Сегодня день дурака, и сегодня не я буду троллить всех и разыгрывать. Сегодня меня будет троллить игра. Ой, я забыл, что про этот гриб. Ладно. Давай, уходи быстрее. Мне надо как-то попасть туда наверх. Блин, нифига. О, это чекпоинт. Это настоящий чекпоинт, я прям помню. Здесь должна быть звездочка, но вот этот смайлик прыгает, он нас убьет. Даже не надо пытаться. Так, вот пробел это быстрый бег, насколько я помню. Опа. Ох, ничего себе. Облака нельзя трогать. Ну-ка. Капец. Капец, ребята. Капец. Вообще не встать. А еще, кстати, новость, ребята, есть одна. Канал Максимадзе для детей, который вот вы спрашивали, забросил я его до этого или нет. И что делать теперь? Нифига не делать, только умирать. Теперь он называется Максимадзе стримы. И именно на этом канале мы будем проводить стримы. Это не розыгрыш никакой первоапрельский, это все чистая правда.
Так, я понял. Это облако нельзя трогать. Так, вот тут я помню, что будет. Сейчас они упадут сверху. Вот тут я помню... Вот эта хрень выстрелит. И... Надо перепрыгнуть обязательно через флаг, иначе не получится никак-то пройти, блин. Я вот помню, что... Ой. Пробел — это бежать. Надо каким-то способом перепрыгнуть этот дурацкий этот... флагшток. Ах, ё-моё. Да блин, ну я же я забываю, что там сверху фигня это есть. Играем мы за какого-то белого хренотня, белую соплю, и... Да блин, я опять забыл! И... Тут с нами бегают тролл-фейсы всякие, вот эти вот мемные хренюшки. Так, надо не забыть, что тут есть кирпичик вот этот. Блин, чуть не сдохли. И оба. 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 Так, надо разогнаться и выпрыгнуть. Да блин! Он что-то не прыгал, когда я нажимал пробел, и я так пытался бежать прыгнуть. Не прыгает что-то. Бесконечной жизни тут. Играть можно сколько захочешь. Если бы тут жизни были бы еще бы не бесконечные, то вообще бы жопа была. Так. Попробуем. Так, попытка еще одна. Опа! Да ё-моё! Ну как же так, а? Игра вроде бы простая и дико бесячая, прям до дрожи в коленках. 2018, по-моему, я играл в одну игру на канале. Называется Trap Adventure... Нет, Trap Dungeons называется. Там, конечно, говёный звук у меня там был. Я играл с телефона, там я и микрофон даже не мог нормально настроить. И там тоже была игра, где... Троллинг был сумасшедший. 8-битная вроде бы хрень. Но там даже не 8-битная, там 16-битная скорее. Или, а может и 32-битная даже. Графончик там на 8-битный точно не катит. Так. Разгончик. И есть! Да! Получилось. Зашли мы в Бразилию. Магазинчик Бразилии. Так, тут, ну, я вообще такой язык не знаю, так что отстаньте. Такой блок был, появился впервые в игре Super Mario World. Так, заходим в трубу. А, не сюда, значит, да? Так, ну-ка. Не, ну зашибись вообще. Ну вот как можно так, а? Надо запомнить и не бить этот кирпичик. Так, попробуем. Да ёшкин кот, ну тут кругом этих самых, блин, много. Кругом эти фигни. Давай, влетай, фигня. Все. Ой! Блин, кошмар какой-то, блин. Так. А что будет, кстати, если взять грипп, я не помню.
Настолько хрупкие блоки, значит... А, блин, да что ж такое? Блоки настолько хрупкие, что ли, у нас получаются? Ладно, не бить этот кирпичик, я понял. Так. Короче, надо запомнить, что тут на каждом шагу всякие такие могут быть. А-а-а! Чуть не сдох. О! О, король этих всех. Фигни. Я так и знал, вот я так и знал. Вот я знал прям, что он там будет. Но надеялся, что не будет, да. Капец, кругом. Кругом троллинг, блин, ну кругом. Так, вот я помню, что здесь был блок. Залезаем на него. Не, серьезно, троллинг, вот кругом троллинг. Кругом просто. Так, на третью наступать нельзя, я понял. Так, это типа как черепаха. Копа трупа. Едет туда-сюда. Король этих фигнь. Так, перепрыгиваем. А! Ой! И как мне туда? Ну-ка, еще раз. Все? А, и чё? Все? Все, чекпоинт, да? Отлично. Так, эти кирпичики, я помню, падают. Так, оба. Давай. Я забыл, что там еще сверху падут. Капец какой вообще. Ладно, уворачиваемся от них. Да блин. Вечно что-то мешает пройти. Да блин, ну почему он не прыгнул? Почему не прыгнула? Так, вот я вроде бы научился, нет, не научился, уворачиваться от кирпичей падающих. Надо еще придумать, как прыгнуть туда. Даем! Да блин! О, хорош. А вот тут я, кстати, помню, что дальше будет. Я прям помню, надо выдавить один из этих блоков, и там должен быть гриб. И надо сделать так, чтобы гриб это должен сделать вот этого короля большим, и чтобы проход получился. Нет, не то. Не то. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Надо так прям рассчитать, чтобы... Ну, возможно, если я сейчас попаду на этот блок, то я смогу туда прыгнуть. Не, нифига я туда не смогу прыгнуть, раз высоты не хватает. Жалко. Попробуем еще раз. 29 жизней я уже потратил. А может и больше. Учитывая то, что там сначала 2 жизни, по-моему, было в плюсе. Число жизней было положительным. Сначала там было 2 или 3 штуки. Так, уворачиваемся от этих кирпичей. Да ёб! О, хорош. Так, пробуем. Еще раз. Не, нет, это не получается у нас. Неудачно, надо так еще прямо рассчитать все, чтобы проход получился. Фух, от этой игры психом станешь, это точно. Да ё-моё, ну что же ты будешь делать, а? Хорош, блин. Попробуем еще раз. Давай. То же самое получилось, да господи ты боже мой. Ладно, подождем немного тогда.
прыгающий смайлик, который убивает все. Хорош. Давайте подождем немного. Хорош, хорош. Вот, вот это то, что нам нужно. Так, вот это вот я боюсь трогать. Понятно. Оу! Блин! Жесть какая! Серьезно, надо запомнить, что эти блоки падают. И прыгнуть вовремя потом еще. Да блин! Какая сложная игра, а? Всего тут 4 уровня вроде бы, если я не ошибаюсь. Не, всякая хренотень, конечно, вообще пулая. И удалось. Опять не получилось. Да блин! Господи, я уже заколебался про этот блок. Прыгать надо за другого расстояния немного. Вот так надо прыгать. О, пошли, 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 пошли. Гриб, 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 гриб. Так, если я сейчас отсюда смогу прыгнуть туда. Нет, не смогу. Как меня этот блок заколебал, а? Блин! Да! Так, попытка номер 73, блин. Так, берем гриб. Нет, сейчас опять как попало получится. Да что ж ты будешь делать, а? Господи, я уже заколебался в это играть, честно говоря, уже надоело вот это вот. Да блин, этот блок меня заколебал. Попробуем, короче, еще раз пройти этот уровень. Да блин, я не могу прыгнуть нормально. Блин, как хорошо, что тут жизнь ограничена. Ух, получилось. Опять что попало, сейчас получится.
Опять то же самое получилось, да господи. Ладно, я понял, надо рассчитывать, блин. Рассчитывать. Давайте. Во, другое дело. Так, не трогать этот. Я думаю, лучше не трогать его пока. Опа! Давай! Отлично. Вот я помню, вот я абсолютно уверен. Я не помню, что дальше, правда, вообще не помню, что там дальше. И вот что-то я не уверен. А, я, кажется, догадываюсь, в чем сейчас будет прикол. Надо будет прыгать на нем. Я прям вроде бы припоминаю. Я помню, что надо просто на нем, надо просто на этой фигне прыгать. Да блин, ну вот ты туда хрен допрыгнешь. Да блин, ну вот как можно удержаться и там прыгать? Но попробуем. Да блин, этой фигни... Надо... Чё ты сразу ты не можешь побежать туда? Магазинчик в этот дурацкий, блин! Но я вижу, что тут надо сразу это бежать. Перепрыгнуть надо тоже. Но только хрен удержишься на этой голубой фигне. Да блин, еще не за... еще хрен запрыгнешь. Но попробуем. Да господи ты, боже мой, а. Пробел это, кстати, не бег. Это не бег, это просто ускорение игры. Так что можно даже его и не трогать. Пробел не, можно не трогать. На замедлялке, может быть, даже будет удобнее. Пробел это чисто ускорение игры. Ускорение игры, а не ускорение персонажа. Блин. Попробуем, не используя пробел, сейчас попрыгать. Сколько же можно уже, а? Перепрыгиваем и... Да блин! Мне эта фигня все равно будет доставать. Надо рассчитать прыжок. Надо рассчитать момент прыжка, получается. Уходи! Да, да, да! Молодец, 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 молодец. Отлично. А вот, кстати, что будет, если взять эту фигню? О! Ну я так и знал, что ничего хорошего не будет. Собственно, и в подземелье не надо было ее трогать. Цветочек. Я так и знал, что он нас убьет. Сомнений не было. Тут все убивает. Вот что на этом уровне будет, какие подвохи, я вот вообще не помню, серьезно. Я до сюда не доходил. Я прохождение видел всех четырех уровней, но я помню большую часть подвохов много. Я помню из первого и второго. Из третьего и четвертого мало что помню. Опа, на. А тут прозрачный, что ли, А, нет, не прозрачный. Или прозрачный. Интересно, а как же туда попасть-то, а? Вот желтые и зеленые платформы. Понятно? Нет никаких сомнений, что они платформы эти. Чем-то отличаются между собой.
Может быть, тут блок какой-то невидимый есть, который мне позволит туда запрыгнуть. Да туда хрен запрыгнешь, а как туда запрыгнуть-то, алё? Чё-то я ничего не понимаю уже, на самом деле. Слушайте, а может быть, если тронуть этот значок, то что-то будет? Может быть, там что-то откроется? Давайте попробуем. В этой игре возможно вообще все. О-о-о-о, блин. Давайте не будем трогать, но все равно попробуем что-нибудь сейчас сделать. Слушайте. Бонусный уровень, ничего себе. Бим-бим-бим-бим. Я думаю, что из трубы ничего хорошего не будет. Ха-ха-ха, да, я так и думал. Какой прикол. Только я все равно не понимаю, как запрыгнуть наверх, да блин. Да, отпрыгнуть не получится. Ясненько, ясненько. А! Может, другой блок? Давайте попробуем. В Марио тоже, кстати, были такие блоки. Попробуем, давайте попробуем. Нет, не тот блок. Это не тот блок, абсолютно. Блин, вот этот троллфейс мне мешает. Надо видеть, надо ждать все время. Улыбится, блин, еще стоит. Ну-ка, если на этот блок? Нет, тоже на бонусный уровень кидает. А может быть, третий блок есть? Ну, блин, ну иначе как попасть туда? Не, зараза, какой, а? Как это меня бесит, а? Как меня бесит уже этот блок музыкальный. Может быть. Нет, третий тоже ведет на бонусный уровень. Не, ну как-то же можно, по идее, запрыгнуть туда. Почему я не... Нет, тут никаких блоков нет. Знаете что, ребята, пошло ну нахрен, все, надоело уже. Надоело в это уже играть, серьезно. Надоело и все. Не понимаю я, что делать там дальше надо. Короче, на этом все, ребята. Такой вот выпуск троллинский получился. Игра реально сложная и троллинская вообще. Я не помню, как там заканчивается этот уровень. Я вот помню, что в замок очень сложный был. Там, по-моему, поверху даже надо проходить. Я помню, что в замке был пи***р. Да. Конечно же, куда же без него. Ладно, на этом все. С вас лайк, подписывайтесь, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на стримовский канал и на группу ВКонтакте. Всем пока. Как выключить?